Как всегда, не матерись. Ну, я съемку начал, хорошо? Обязательно. Да. А, ты уже снимаешь? Да, главная матершинница села Орехово. Всем привет! Еще расскажешь про меня истории. Да. Так. Давно нас не видно. Мы не особо креативные, поэтому... Да, вот решили этот на обед себя побаловать отбивными. Вернее, это наша Эмилия нам заказала. Мама говорит, сделай отбивные. Я уже, конечно, отбила, пока Эмиль там... На диване лежал и телефон смотрел. Я сегодня просто ночью не выспался, поэтому думал заснуть и не получилось заснуть. Сегодня ночь веселая была у нас. Так, я отбила. Не, это не рецепт, это просто я. Погодка сегодня у нас супер. Тучи, да. Дождь. Ну, сейчас вроде прекратился, но смотрю, ветер сильно поднялся. И... массажными движениями. Да, умею прикладывать падает. Давай, давай, нежненько, как я тебя учил, вот это все. Ситого не было. От рецепта не отходим, потому что он очень вкусный, этих отбивных. Ой, почему? Люди там в кляре, у меня будет без кляра, без ничего. Это... Не знаю, но с прованскими травами очень вкусно получается отбивные. Так, смазываем маслом чуть-чуть. Так, давайте будем рассказывать истории, интересные или не очень. Интересно, как вот нам подписчики, чтобы истории присылали свои самые веселые ну, истории? Ну, это только в комментариях писали бы. Да. И то. Сегодня Эмиль вот дома. Ему надо было сегодня на объект съездить, кое-что сделать. Но погода обломала. Да. Так что сегодня... Да, там поле получается, если я заеду, я очень глубоко сяду и не выеду. Все ну, на мопеде машина наша до сих пор, этот ждем запчасти. Так что вот так вот. Короче, сегодня мой оператор дома. Да, оператор мой? Да. Вот. И Эмиль сказал, да, я отобью. Что я тебе сказала? Ты в дырку все в прошлый раз отбивные превратил. Да, были не отбивные, а вот такие вот кусочки, и все дрявые. Сила есть, ума не надо. Да. Поваренок мой, шеф-повар. Так, массажными движениями я уже заканчиваю почти. Так, и последнее. Это, кстати, это филе... курицы. Что-то сама говорю, не люблю. Не, ну отбивные вот эти именно, они вкусно получаются с прованскими травами. С прованскими правами хотела сказать. Вот такие вот пироги. Что у нас еще нового? Ну, как у всех, дом, работа, уборка, стирка, готовка, уроки делаем. Эмиль меня вот тут этот, развлекает иногда, а иногда не развлекает. Ну вот, у нас что из нового? У меня на одном канале отключили монетизацию с пометкой «Жестокие сцены». Жестокое обращение с животными. Животными, да. Насильственные действия. Да. Суть в чем? Я опубликовал ролик, просто вышел на улицу, дал богомолу с крышечки воды попить. YouTube счел это жестокими сценами и отключил мне монетизацию. Апелляция не помогла. Понял, Эмиль. Нет. Да, не помогай животным никому. Нет, проходи да. Мимо и все. У нас просто жара была, как бы, и решил дать. И богомол попил этой воды. И тут на тебе. Ты не знаешь, в чем жестокость, Эмиль. Не то, что так. Видел? Да, если так. Бы я бы выложил бы голубчиков каких-нибудь, то бы меня поощрили бы. Эмиль. А жестокие обращения дать воды богомолу? То есть помочь. Это жестокое обращение с животными. Так, еще я сегодня вот такой перец купила. Это осенний любит. Перец, баклажаны. Такой дедушка продавал. 80 рублей. Ой, пакет продавать легче. Мои дети любят такой прям зеленый. Они сырым едят. Ну, они тушеным, жареным не любят, а вот сырой едят. Ну, сейчас я себе на сковородке их пожарю, потушу, не знаю как. Бывают такие хорошенькие. Дедушка мне сказал 1,80 кг, ну, наложил, сказал, бери на 100 рублей.
И полтора килограмма. И полтора килограмма, да, положу. Я у него все время беру. Он напротив магазина, в магазине не беру, а выхожу у него покупаю. Да, на тачке продается. У меня, у него, он хоть пахнет вот перцем, а в магазине я нюхаю. Хоть у меня последнее время нос заложен, уже вот месяц нос заложен, не пойму, то ли это аллергия, то ли не меня так сильно любит, что нос закладывает, аж прям. Пошли, знаете, что мы покажем? Помните наш огород, который мы сажали? Сейчас. Все, что выросло. Да, все, что взошло. Сегодня погода, конечно, не летная, не солнышко. Так. Лучок мой, Эмиль, ты не знаю, с какой стороны будешь снимать. Там не без разницы. Лучок вот взошел, вот только маленький еще, зелененький. Редиска вот вся взошла. А вот здесь я шпинат, грядку целую на всю длину сажала, его не видать. То ли, не знаю, может, научите. Может, у меня семена, я понять не могу, кто огородник. Вот укроп тоже взошел, ну, местами как-то вот. Все, петрушки. А, вот, смотри, что-то полезло, Эмиль. Ну, а надо было, короче, выйти с подвижки, чтобы подписчики, это, как им рассказывать сразу. Вот что-то вылезло. А что мы здесь сажали? Петрушку сюда сажали. Петрушку. А что на той стороне тогда нету? Не короче, знаю. Вот та часть вся пустая. Эмиль, как показать-то? Самолет летит. Пусто, да, истребитель летает. Короче, шумно. Не знаю. Шпината не видать. Укроп здесь есть. Здесь почему-то пустота, потом здесь есть. Вот пошла петрушка, как выясняется. Значит, она позже просто выходит. Короче, наверное, надо, может, позже выйдет. Ну, мини мой огород. Хоть будет этот. Ну, тогда не знаю, если шпинат... А ну, подскажите, кто знает, шпинат дольше всходит из-под земли? Или мне... А то я уже хочу тут что-то другое засадить. Или пока ничего не трогать, ждать. Как-то так. Конечно, я густо посадила, это я знаю. Потому что мы сажали... Ну, когда я еще не замужем была у родителей, редиску. Ну, я так накидала ее просто. Ну, ладно, что будет, то будет. А так ее надо, ну, такой, как он правильно? Форма. Форма, нажимаешь, там дырочки на определенном расстоянии. И по одной штучке бросали мы, когда в теплице выращивали. А так вот для себя я, как мой брат говорит, Эрнест, мы когда в теплице сажали, там вот, короче, дырки сделали. Потом по одной штучке закидываешь каждую дырочку. Потом надо так ладошкой, получается, землю загребать, заглаживать. И я всегда быстро делала, потому что это сажается в январе, чтобы вы понимали, на улице, естественно, холодно. В теплице там на пару градусов теплее, чем на улице, но там холодно. И то, что ты сидишь еще вот так... Пальцы, все, мерзнет. И мне хотелось быстрее закончить и идти домой. А брат у меня вот так всегда выглаживал. Еще меня контролировал, что я... И потом, в итоге, когда все всходило, моя вот сторона, где я сажала, всегда 100% все всходило. И вот там, тут, и он говорил, мама, она ляп-тяп сажала. Или тяп-ляп, как я вечно не про... Тяп-ляп. Тяп-ляп, говорит, а у него все зашло, а я там семья... Я ему еще говорю, не сипалай берме. Этот, короче, не наглаждывай. И в итоге вот так. Так что иногда надо делать все легко и просто. Ты меня легко и просто хочешь? Иногда сложно. Так, все приготовила. Отбивные там еще не все пожарились. Вот так они получаются, ну, в зависимости от кусочка. Есть, конечно, которые были краешки, они будут совсем ни в кляре, ни в чем. Просто мы вот их слегка я смазываю сковороду. Мой любимый перчик, это лично для меня, ну, мой любимый. Пшеничка у нас так, и вот Мильте две накладываю. Все, и Митька со школы пришла, Адели отвез, обед покормил, сразу на танцы пошла. Да, как-то так, сегодня что-то день будет в попыхах. Да. Ну, вам. Движение – это сила, да, Эмиль? И, народ, не забываем подписываться на наш телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании и в комментариях закреплю. Всех люблю, все сообщения читаю. Поэтому все, кто нас, мы пропадаем, нас будите, говорите, эй, вымываем и подъем. Yeah. Всем хорошего дня.